Здравствуйте, доктор Давид. Наши успехи продолжаются. Мы очень рады. Спасибо вам большое. Мы вспоминаем вас каждый день с большой благодарностью. Вот. Самый главный успех на этой неделе. Наш мальчик лучше говорит, выражает свои мысли более четко. Вот. Мы ездили в гости, он постоянно, когда к нему обращались, отвечал на вопросы, и это все было так в тему, все хорошо. Вот это очень радует нас. Спасибо большое. Ну, вот мы ему ставим мелодии, которые вы нам порекомендовали ставить перед сном и просто в течение дня. Вот. И после сеанса вот у нас такие улучшения. Спасибо вам огромное. Вот, вы, наверное, уже стали членом нашей семьи.